В правительстве области сегодня прошла торжественная церемония вручения федеральных и областных наград. Их получили представители различных сфер деятельности. В списке поощрений президента немало номинаций. Благодарность президента, премия губернатора, медаль за развитие Новгородской земли, почетные грамоты МЧС и многое другое. Более 20 награждаемых, каждый из которых стал лучшим в своем деле. И сегодня получит награды лично из рук губернатора Андрея Никитина. Самая почетная награда – это благодарность президента. Ее удостаиваются те, кто отдал профессии более 30 лет жизни. В этом году в Новгородской области таких трое. Среди них и директор Подберезской школы Татьяна Николаевна Степанова. Когда-то в этом же образовательном учреждении начинала свой путь пионер-вожатой. Отвечала за учебно-воспитательную работу. А сегодня, спустя 42 года, под ее крылом 307 ребятишек. Ни разу не пожалела. Ну а самым большим достижением я, несомненно, считаю сегодняшний день и высочайшую награду президента Российской Федерации. Приятно вам вообще? Приятно, горда, что пригодилась той земле, на которой родилась, которая меня вырастила, которая выпустила в жизнь. Среди лучших и достойнейших профессионалов сегодня не только педагоги. Слова благодарности звучали в адрес спортсменов, работников муниципальных учреждений, социальной сферы, МЧС и начинающих ученых. По словам губернатора Андрея Никитина, именно неравнодушие и преданность своему делу – это то, что объединяет каждого из этих людей. Разве мог быть равнодушный человек 45 лет проработать на фабрике, пережить с ней самые трудные времена и остаться верным своему призванию? Нет, конечно. Это удел сильных, увлеченных людей, таких как заслуженный художник Российской Федерации, легенда эстетской строчки Мария Ильинична Афанасьева. Или таких как Владимир Анатольевич Мажери, превративший параллельный комбинат огнеупоров в современное производство с уникальными технологиями и продукцией. Также Андрей Никитин отметил, что именно такие специалисты должны сделать нашу область примером для других регионов в использовании передовых технологий, развитии науки, образования и культуры. Серафима Карша, Савва Ушаков, новости. Новгородское областное телевидение.